И это один из самых крупных проектов в Logic. В Киеве работает порядка 300 человек. Мы разрабатываем различные продукты, так или иначе связанные с медиаинформацией, для различных новостных каналов, продакшн-студий, также независимых профессионалов по всему миру. Зачастую, когда люди слышат о большой компании, у них складывается впечатление, что эта компания большая, неповоротливая, у людей там мало свободы. Но на самом деле это не так, и хакатон, который мы сейчас проводим, способен показать обратное. Хакатон — это 48 часов свободы, за это время люди могут реализовать любую кризис и предложить улучшение, которое не было раньше запланировано, и лучшие идеи попадут в продакшн. В хакатоне участвует порядка 100 человек, они предложили кучу идей, все они классные, и про некоторые из них мы расскажем дальше. Привет, меня зовут Павел, я координирую хакатон 2014 в августе по Украине. В хакатоне участвует несколько стран, например, Америка, Германия, даже Китай есть в Украине. Наши ребята, девелоперы и тестировщики, придумали несколько идей, которые они будут использовать в хакатоне. Эти идеи добавляют очень интересный функционал в приложении, и тестировщики и девелоперы придумали это сами. Их идеи были одобрены, и они будут представлять свои идеи сегодня. Привет, меня зовут Паша, я командир команды Cloud9, которая занимается аудиочатом. Вот, мы работали на хакатоне над аудио, над смайлами, которые связаны с музыкой. То есть, например, идет репетиция, и во время репетиции они показывают, что сейчас ты берешь аккорд там соль мажор, а вместо вот сейчас ты будешь играть, не знаю, там си бемоль или какой-то там чего-то там. И если обычно репетиция это все происходит в режиме слов, то если связь плохая, либо человек находится где-то на другом конце земли, ноты понимают все, а слова иногда из-за произношения еще за какие-то детали могут там облажать. Ну, в общем, так вот. Мы работаем, получается, над тем, что нам нравится и что мы любим, и потом это презентуем, как бы получает это вокально. Привет, меня зовут Костя, представляю команду Shard Storage. Идея, которую мы реализуем во время хакатона, это у нас был, грубо говоря, старый UI, сделанный с помощью флеша. Мы решили его переделать с помощью JavaScript, HTML 5 и CSS. Вообще, хакатон — это очень крутая штука, которая в течение 48 часов помогает вам, дает возможность проявить себя, реализовать те моменты, которые вы, допустим, долгое время хотели реализовать, но не было на это времени. Лично вот мы выбрали JavaScript, HTML 5, CSS. Скажу честно, вот именно 48 часов, потому что вчера я ушел с работы в 5 часов утра, и сегодня уже с 10 часов дня на работе продолжали хакатон. Надеюсь, что все получилось. Назревала какая-то идея что-то прокачать, что-то сделать, но не было идеи или не было возможности, времени. В рабочее время, во время хакатона можно потратить время, присоединиться к какой-то команде и что-то реализовать, прокачав тем самым какие-то скиллы для себя. Очень реально, очень работает эта штука, потому что у некоторых ребят больше профессионализма, и поэтому есть чему научиться во время этого. Действительно, очень эффективно работает. Что мы делаем? Мы написали такой продукт, который позволяет аннотировать видео, чтобы любой человек, после того, как он пометил видео какой-то информации, что у него происходит, смог удобно быстро найти нужные кадры с материала. Есть очень много продуктов на рынке подобных, а вот мы придумали какой-то удобный новый workflow, да, и хотим предложить его нашим кастомерам. То есть найти как-то тех стандартных задач, которые мы решаем вместе с нашим продукт-оунером, которые нам ставят наши заказчики, а предложить что-то новое, то, как мы видим какие-то интересные фичи продукта. То есть мы хотим внедрить те идеи, которые мы вот всегда хотели, но у нас либо не было времени, либо не было возможности, либо не было такого вот драйвера, который нам позволил бы сказать: «О, фу, давайте, сейчас пришло время, мы можем предложить что-то интересное и хорошее». И сделать нашего кастомера хэппи. Привет, меня зовут Вова. Мы последние 24 часа пилили вместе с командой Ninja Monkeys, это моя команда в Revit, пилили проект, который занимается масштабированием знаменитого классного Interplay Central. То есть мы сейчас можем этот Interplay Central на много-много машин поставить, и у нас все будет отлично работать.
Мне хакатон — это возможность 48 часов заниматься своим любимым делом и провести офигенские 2 дня со своей командой, запилить что-то особенное, то, на что у нас никогда не было. Ребята, в следующий раз, когда будет хакатон, нечего вот это сидеть, протирать штаны зря, бросайте работу и пилите что-то интересное, у вас наверняка есть интересные клевые идеи, ищите таких же единомышленников и вместе за 48 часов порвите их.